Ракетной дивизии подполковник Евгений Гончаров. Ракетный комплекс «Ярс» обладает возможностью скрытного рассредоточения на больших территориях и преодоления существующих и перспективных систем противоракетной обороны. Ракетные соединения, вооруженные комплексами «Ярс», составляют основу мобильной группировки ядерных сил России. Замыкает парадный строй боевой техники колесный бронетранспортер на платформе «Бумеранг» с флагами видов вооруженных сил Российской Федерации. В основе конструкции возможность замены боевых модулей и надежная броневая защита личного состава.